Доброе утро. Наконец-то яркий солнечный день в Лазаревском, но по-зимнему холодный. Плюс 6 градусов с утра. Днем обещают до 11, но пока вот такой вот зимний холод. И прогноз такой неутешительный. До конца марта точно будет прохладно. Да и апрель, не знаю, как начнется. Но зато потом резко будет тепло. Просто в этом году затяжная такая получилась весна. Нет стабильной постоянной температуры. То плюс 20, то плюс 6, вот так. Февраль гораздо теплее был. Все равно уже скоро лето. Тогда еще жарких дней нам хватит. Главное же, чтобы море прогревалось. Хорошего дня и отличного настроения!